11 cilvēki! Jēj! Jū! Raz, vā, treč, štiri! Весна! Папа! Кто это? Костастас! Ну, занято, занято, вот рапусе, занято. Otrā puse! Автомобиль! Проехал 20 000 сухих миль! Если бы это был корабль, он бы ехал по морю! Но это не так, сори! Мы на машине отдыхаем, едем вперед! Мы настоящий завод хип-хопа! Хип-хоп-культуры! С нами классные ребята! Макулатуры мы набрали целый вагон и с собой везем! Все это на деньги дадим и поем! Мы поем!
собираю лего, мега по М. Вот яркий момент, труба пробила пол, как мокрая сабля. Я ныряю в воду, арабская сальто, задержи дыхалку. Отрезли обои, утонул в барке. Мое утро не задалось практически нигде. Ведро ношу, отпиваю барахло, бросаю пакет. Теперь я буду плохонько одет. Ехали спасатели, тикали часы на мокрой стене. Искрят выключатели, жабры на моей спине. Горячий пар комнату заполнил. Но я очень спокойный работяги, плавал в коммунальной реке. Рубят ключами, как мечами моря. Водичка проглотила рубильники, поднялась до холодильника. Поди йоги, ноги скрестил на столе. Это то, как эра Водолея правит мир уже 100 лет. Practice the way.
young. Thank you.
на выпутали спички. Вас выдернул за течку, закрутило большую воронку. В нее хотят уйти мы время, нервы и деньги в догонку. Но вы писывая чек огня, что так у вас уже побольше, чем вы успеете. Опять по денег разгореть, но поберутся домой, где на эти деньги. Мы ищем, где пиво и девки. Когда я шел домой на свой пустырь, сосед выносил свой мозг. Да, мебель, книги, мешки. Не хочу так говорить, но нас уже много. Правило первое, молчи, проводный клуб. Правило второе, один вообще открыл кран и ушел. Жить нам дом, наш маленький проект разгромит. И станем стрелять тебе в щеки. Но мы напоминаем бюрократам про эксплуатационные сроки. Вначале было слово, и это слово коммунальная катастрофа. Окунитесь в нашу воду, время спустя мы разрастемся, как свидетели Иеговы, день свидетелей Нептуна. Как тебе такое? Точка!